17 лет подряд спартакиаду для детей-инвалидов по зрению проводит Федерация спорта слепых. Это старейшая организация, которая в следующем году отметит свое 60-летие. В Сочи организаторы своих подопечных привезли впервые. Детям просто необходим дух паралимпиады, отмечают тренеры. Но атмосфера праздника – это не основная цель, которую преследуют в Федерации. Главное – приобщить детей к регулярным занятиям спортом, а также выявить паралимпийский резерв страны. Все это помогает юным спортсменам с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя как личность и почувствовать равными среди здоровых. Я всегда привожу фразу, которую много лет назад сказали ребята из Оренбургской школы. Они приехали первый раз и проиграли. Подошли, говорят, мы будем целый год тренироваться, чтобы приехать и победить. И, наверное, ради этого и стоит проводить спортивные мероприятия, чтобы дети были не для галочки, а действительно вовлечены в спорт. Я уверена, что со спортом они не расстанутся. Пусть не все станут паралимпийскими чемпионами, но спорт станет, как сказал Пьер де Кубертен, о, спорт – ты жизнь. И для наших ребят это действительно жизнь. Финальный этап Всероссийской спартакиады детей-инвалидов по зрению «Республика спорт» продлится до 20 октября. В этот же день порядка 500 участников ждет церемония награждения и большой праздник.